Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Пабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча Калпатару Васча Кипасинду Бхавачу Патитанам Павуне Бхавайшнабхебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирам Ят Кипатам Аханга Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Шна Вакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттама Девин Сарасватин Весам Тато Жайо Мадире Шанкиртане Кришна Катопадеши Гаурия Патрашча Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакха Джагод Баранна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Витаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпада паллава накачанна мани чатая Биспуриджи токимапгавокуп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 ок
Sāra-murti Sāra-dhikāmai kadān kibhāṁ karoṣa Śrī Krishna Chaitanya Prabhu Nityānanda Śrī Advaita Gadādhara Sivasadī Gaura Bhakta Binda Śrī Krishna Chaitanya Prabhu Nityānanda Śrī Advaita Gadādhara Sivasadī Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Vadato Sankitanaika Vitaro Kamala Yataksho Vishambaro Dijavaro Jugadar Vapalo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhutaro Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura Surair Bandito Dibha Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Tada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tavam Bhagam Narayano Priyamananga Madapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Sharatam Bhagi Sajasya Badane Lakshmir Jasacha Bhakshashi Jasasthide Sambhi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Paramhansa varam paramattva patim patito dharane krito vesha jatim jati raja gunai parisheva padam panamami sadap bhupadu padam panamami sadap bhupadu padam panamami sadap bhupadu padam Gauriya Goshivati Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, если мы получим полную милость Гуру Вайшнавов, то тогда будьте уверены, что мы получим милость Верховного Господа. Гауди Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что если мы получим милость Гуру Вайшнава, чистых Гуру Вайшнава, то тогда будьте уверены, вы обретете Бхагават Крипу. Поскольку Бхагават Крипу мы не можем обрести прямо, нет никакой процедуры, чтобы просто непосредственно мы могли бы получить Бхагават Крипу. И поэтому во всех авторитетных писаниях, во всех киртанах Махаджан говорится то же самое. Вайшнава Абидона и Кришна Дой мой, Эхино Памой против Обина Садой. И это главное, что Гуру Вайшнавы, они будут молиться за нас с обусловленных душ, и тогда Кришна, он уделит внимание нам, иначе нет. И такова обычная система. Много раз я говорил много слов, чтобы доказать это. Но как развить стопроцентную веру в Гуру Вайшнавов? Шрила Прабхупад, он говорил об этом всегда. Если кто-то, какой-то ученик, он просил разрешения у Шрила Прабхупады, можно ли ему пойти и получить даршан Шрила Горкишодас Бабаджи Махараджа, Шрила Прабхупад говорил нет. Даже Вамшивадас Бабаджи Махараджа тоже не позволял, поскольку вы можете неправильно понять их настроение, и это может быть причиной вашего падения. И вот, чтобы развить сильную веру в Гуру Вайшнавов, это наивысшая процедура. Нашими личными попытками можем достичь чего-то, но до какого-то определенного уровня, а в высшем мы почувствуем усталость и захотим отдохнуть, как буквально на пенсию уйти. И поэтому Акшаджа Таттва, есть Акшаджа Таттва и Адхокшаджа Таттва. И вот Адхокшаджа Таттва, Шрила Прабхупад, он говорил об этих терминах двух. Акшаджа Таттва и Адхокшаджа Таттва, нашим материальным даршаном, материальным умом, материальными органами чувств, то, что мы чувствуем, то, что видим, то, что ощущаем, все это материальные объекты. И вот это зовется Акшаджавасту, а Адхокшаджавасту, она за пределами человеческого понимания. Мы не можем даже представить, что мы можем представить, это становится в области нашего контроля. И это не Адхокшаджа уже. Адхокшаджа значит то, чего мы не можем достичь, то, что невозможно, непостижимо. Это слово тоже не применимо здесь. Непостижимо многие вещи мы не можем достичь, понять. Мы не можем многого достичь, но я не говорю об этом. Шрила Прабхупад обычно говорил о Адхокшадже. Адхокшадже значит, когда все наши органы чувств, ум, они не могут войти. И поэтому в Упанишадах мы находим такие слова.
вместе с вашим умом, ваши органы чувств, ум, речи, все остальное, оно буквально будет отражено и пойдет назад. И это называется адхокшажататва. И Шрила Джива Госвами потом объясняет прекрасно это очень научным образом. Джива Госвами Пад, он объясняет эту адхокшаджататву. Адхакрита акхаджа гьянам тата индрияджа гьянам ити атхакчаджам. Атхакчаджам in where your sensual organ, your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your brain, anything that you can not get into your материальными попытками без помощи садгуру и вайшнавов, то тогда вы будете буквально скинуты майя-деви назад. Наши попытки, материальные усилия, органы чувств, они будут отражены буквально, и эта татва, она находится на таком трансцендентном уровне, а пракрита уровня, что мы не можем достичь этого уровня, и это хорошо, если мы сможем принять помощь от Гуру Вайшнавов, но обычно это невозможно, поскольку Гуру Вайшнава не тоже трансцендентное. Гуру Вайшнава не трансцендентное. Я был вынужден говорить об этом много раз до этого, до того. И вот Джива Госвами Пад говорит, что если Бхагаван Апракрита трансцендентен, и мы не сможем достичь этого Бхагавана, то тогда Гуру Вайшнава не тоже трансцендентны. И почему мы тогда можем принять помощь Гуру Вайшнава? В чем процедура? Кришна, он находится на таком трансцендентном уровне, и это естественно, что невозможно для нас достичь его. Кришна занят своими трансцендентными лилами со всеми в Раджаваси и Гопи. Его нет времени смотреть на нас. И это действительно так, и поэтому Бхагаван Шри Кришна оставляет за собой право занять каких-либо гуру вайшнава, свапракаштатву. Таким образом, Бхагаван, он у нас не прямо косвенно узнает, но первое то, что Шрила Прабхупад говорил, что есть огромная разница между трансцендентным и материальным миром. Гаудия Гоштипати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад обычно говорил, что есть огромная разница между этим трансцендентным и материальным миром. Огромная разница, и что значит эта огромная разница? Она бесконечна. Шрила Прабхупад говорил, что есть огромная бесконечная разница между этим трансцендентным и материальным миром. Это цвет этой разницы красный. И что это значит? Имеется в виду концепция, телесная концепция плоти и крови. Это есть, это преграда буквально, пропасть между материальным и трансцендентным миром, поскольку у нас будет такой красный сигнал, и эта концепция, она при этом остановит нас и не позволит нам достичь этого. И вот смотрите, Бхагаван Шри Кришна, он всегда занят своей трансцендентной обители Галоки и занят своими лилами со своими спутниками, там со всеми в Раджаваси, я имею в виду, гопами, гопи, гави и всеми остальными пастушками, и вот они заняты там, и у них нет времени, и поэтому он занимает тат-пракаш, тат-шакти, тат-пракашу, тат-шакти и все остальные различные процедуры есть, через которые Кришна, он
узнает о нас не прямо, а косвенно. И вот вопрос такой возникает, что если Бхагаван трансцендентен, то мы не можем передать ему наш ум, наши чувства прямо. Нет такой процедуры. Мы не можем нашу боль, какие-то просьбы передать непосредственно Кришне. И тогда Гуру Вайшнавы, они тоже трансцендентны. И как это возможно, что Гуру Вайшнавы могут понять наше настроение, какова процедура этого. И вот Жива Госвами Пад говорит, что когда Верховный Господь трансцендентен, но Вайшнавы, они приходят в этот материальный мир, чтобы стать буквально связными, мостом между трансцендентным и материальным миром. И вот они так буквально связывают эти два мира, и это их обязанности. Вот автоматически они, хотя они трансцендентны, они все равно слышат и видят наше такое состояние, но видят они подобно во сне. И вот как во сне, например, кто-то видит какие-то ужасные сны, ужастики, иногда прекрасные сны. Но смотрите, этот сон, он есть сон. И во сне мы думаем, что все происходит по-настоящему, но это не так, хотя можно чувствовать, что так. И также Гуру Вайшнавы, Джива Госвами Пад говорит об этом, что подобно сну, кто-то может видеть чьи-то страдания, чувствовать сострадание, прям так, как наяву. Например, кого-то змея во сне укусит, он может тоже боль даже чувствовать, как от настоящего укуса змеи. И если не его укусят, а кого-то, то может сострадать этому человеку. И также Гуру Вайшнавы, они не с нами не смешиваются прямо. Но Гуру Вайшнавы, они находятся в трансцендентной обители. Я говорил об этом, они заняты своей трансцендентной севой, и у них нету места в их уме для нас. Они заняты в севе, но все же, как во сне, вы чувствуете, как что-то случается, и также как в этом в сне Гуру Вайшнавы, они не падают со своего положения, но помогают нам избавиться от проблемы. И вот, и если, например, кто-то не умеет плавать, и вот если кто-то хочет спасти тонущего человека, но сам не умеет плавать, но мы знаем, что тонущий хватается даже за соломинку и может за того своего спасителя схватиться, и оба утонут. И также Гуру Вайшнавы, если они бы падали со своих положений, то как можно было говорить, что они патитапаваны? И вот, и, но настоящие патита паваны, они спасают нас, но в процессе такого спасения они сами не падают. Это, для них это подобно сну, как для нас. И вот таким образом Гуру Вайшнавы, они явились для этого особого случая. Гуру Вайшнавы, они явились в этот материальный мир, и когда Шрила Прабхупад не хотел, ехать в Калькутту или куда-либо еще хотел совершать баджан, то Кунджада, он сказал, зачем вы пришли в этот материальный мир. Если вы не будете проповедовать, то обусловленные души, они пропадут без вас, вы должны ехать и спасать их. И Кунджада, и другие люди, преданные, они взяли Шрилу Прабхупаду и поехали с ним в Калькутту, и с помощью этой трансцендентной харикатхи Шрила Прабхупад, он
спас много обусловленных душ. Это особенность Гаудия Матха, что через трансцендентный звук Пракрита Шабда Брахмана они могут спасти тысячи людей. Это самый простой путь, поскольку если мы примем помощь от трансцендентного Шабда Брахмана, то мы обретем связь с Верховным Господом, иначе нет никакого пути. И вот эта телесная концепция, она является большой преградой на нашем пути. Мы должны избавиться от этой телесной концепции плоти и крови. И я много раз объяснял то, что говорил Шри Чайтанья Махапрабху, вот эти слова. Мы заняты этим формой и красотой внешней. И вот это наше представление о какой-то внешней красоте. А в Арчанпадьяти мы пример такой получаем прекрасный, что мы чувствуем влечение друг к другу. В материальном мире это материальное влечение, но естественно. Но что Махапрабху хочет сказать? Если вы не избавились от этого влечения, то никогда не сможете достичь вашей цели. Цель значит Бхагават Бхаджан, вы не сможете стать успешными. И вот в Апракрита Харибаджане мы должны избавиться от влечения и отвращения от этих двух концепций в нашем сердце. Мы всегда чувствуем какое-то влечение или отвращение, и мы должны избавиться от этих двух настроений, иначе мы не сможем спастись. И вот Махапрабху говорит. И вот Махапрабху в Чайтанья Чаритамрите пишет, мы можем найти, не Махапрабху, а описывается там, что он говорит, сам Верховный Господь. И вот сам Махапрабху говорит, что когда бы я не смотрел на фигуру женщины, но имеется в виду на силуэт или что-то похожее, я чувствую такую проблему, что даже образ женщины, он так беспокоит меня. Я чувствую реакцию в моем теле. Это для того, чтобы дать нам пример. Махапрабху явил такое. И вот Махапрабху действует так, чтобы показать нам, как мы должны быть осторожны. Кто может иметь такую стабильность ума, чтобы не быть беспристрастным, видя женщину? И Махапрабху поэтому говорит, что мы не должны быть заняты внешней формой и красотой и прочей материальной концепцией. Если мы заняты материальной концепцией, то тогда мы не сможем избавиться от влияния этого материального мира. А как избавиться от его влияния, Шрила Прабхупад говорил. Что проповедь, если мы проповедуем о учении Шри Чайтанья Махапрабху, и что значит проповедь? Шрила Прабхупад, он часто говорил, что утвердиться на пути, в идеализме Шри Чайтанья Махапрабху, в его этикете, если кто-то утвердился в учении и идеализме и характере Шри Чайтанья Махапрабху, это автоматически становится проповедью. И если даже никуда не ходит и не ездит, то проповедь автоматически им совершается. Как Рупа Санатана Джива Госвами, Рагунатха Дас Госвами, они никуда не ездили, но весь мир знает о их этикете, о их характере, о их примере, о их книгах и всем остальном. И вот это главное. И вот из Упанишат в тот день я не мог объяснить об этом. И вот я говорил, что сначала мы должны почувствовать это. Шрила Прабхупад говорил атма-анатма-вивек. И вот атма-вивек значит самосознание, а противоположное
это склонность к наслажденчеству. И вот этот атма, анатма, вивек, позитивное и может дать нам силу продвигаться дальше, а негативное, оно стянет нас вниз. И вот из Упанишат я говорил об этом, о том, что в Упанишадах я находил такую шлоку. И вот в связи с атмой. И вот почему мы чувствуем влечение друг к другу, только потому, что атма есть. Мы заняты телом, красотой и формой тела, но будьте уверены, что мы любим друг друга только потому, что трансцендентная душа, она есть внутри наших тел. Если душа уйдет, то даже мать, она выкинет тело своего ребенка. Вчера она, может, могла целовать его, но вот сегодня, если ребенок умер, то она просто выкинет тело этого ребенка, поскольку души в нем уже не будет и, к сожалению, не будет испытывать. Его Панишада говорится, что любые чувства, которые вы испытываете в этом материальном мире, оно все материальное. Наша концепция, она витает вокруг этой майи. И поэтому мы видим друг друга, слушаем, общаемся друг с другом, уделяем внимание только потому, что душа есть в нашем теле. Если души не было бы, то кто бы любил друг друга? Не было бы никакого смысла. И вот я могу пример привести из Бхагавата Махапураны, из прославления Бхагаватам из Сканда Пурана. И вот там Ваджанабха, он был сделан царем Матхуры, но Ваджанабха, он говорил, что я буду делать здесь, здесь нет никаких людей, только лес и лес. И что толку от этого? И в этом случае вот и Джанамеджай был сделан царем Хастинапура, назначен, а тот в Матхуре. Но не было никаких людей там, один лес. И что я хочу сказать этим, что если вы даже царь, но вы находитесь в своем царстве без каких-то душ, то что делать будете, имеется в виду без подданных, что в одиночестве будете делать на посте какого-нибудь премьер-министра или царя, если в вашей стране нет ни одного человека. И вот в этом суть, что без атмы, без души мы не чувствуем никакого удовлетворения. Например, мы хотим стать богатым человеком. Но если кто-то, вот, например, возьмет и поместит нас на какой-то удаленный, необитаемый остров и даст нам кучу сокровищ, золота, там, денег и прочего, но никого не будет, то в этом случае мы не можем чувствовать настоящую радость, поскольку и вот Арджуна то же самое говорил Кришне. Мы ради чего мы сражаемся, ради царства, но если в процессе этого сражения все родственники наши погибнут, то что толку от такого царства? И вот если никого не останется, все помрут в процессе сражения, то что толку от такого царства? И это главное, что вы должны решить. И также в арабских странах мы слышали такую сказку про Али-Бабу и 40 этих разбойников. И вот один человек был очень жаден,
хотел богатство, Али-Баба его звали. Его брат откуда-то принес много богатства всякого, и однажды он решил, что каждый день он идет куда-то с горшком, ну, этим горшком он считал что-то, и вот он дно горшка намазал клеем, отдал ему так, этот горшок, и когда он пришел, вернул этот горшок, то он увидел какой-то драгоценность какая-то прилипла к дну. И он подумал, что если он такие драгоценности горшками считает, то надо бы узнать, где это адрес того места, где его брат считает украшения и драгоценности горшками. И вот он пошел туда, спрятался, увидел, куча разбойников пришла, открыли дверь пещеры с какой-то мантрой. Он мантру эту запомнил, он увидел, что они этой мантрой открыли дверь и потом также закрыли. И вот они там делали свои дела. И вот после того, как все дела они сделали, то этот человек, он пошел с помощью этой мантры, он зашел в эту пещеру, но когда закрылась дверь за ним, он набрал кучу драгоценностей, и после этого, к сожалению, мантру он забыл, как же выйти. И вот он кричал и стал беспокоиться, нервничал, как же спастись теперь. Зайти там зашел, а мантру забыл. И вот он начал молиться Богу, что не нужно ни никакое богатство, просто освободи меня. И что случилось? Эти разбойники пришли, увидели человека там, ну и убили его, разрубили на несколько частей, на всякий случай. И вот эта ситуация обусловленная души, и вот они никогда не оставят эту склонность к наслаждению обусловленной души. Говорят, но не могут оставить, и до тех пор, пока они не оставят эту склонность к наслаждению, они не могут войти на путь Бхагават-бхаджана. И вот Крипа, милость, мы всегда молимся о милости, но мы должны иметь шаранагати – это буквально емкость для милости. Наша емкость для милости должна быть совершенной, чтобы мы обрели милость. Если в нашем горшке для милости дырки, то если мы даже и получим милость, то вся эта милость, она вытекет через эти отверстия. И Шрила Прабхупада, он всегда разрушал эти материальные представления материалистов, как гуру вайшнавы, они поддерживают свой свабаджан, и в то же самое время они занимают обусловленных душ в служении. Если они не заняты в служении совершенным образом, а только сидят, занимаются неизвестно чем, тогда они могут пасть. Иногда мы думаем, что эмоции – это преданность, но нет. Эмоции – это не devotion, то есть эмоции – это не преданность. Эмоции – это активность нашего материального ума, но преданность – это естественная склонность души. В то время как эмоции – это особенность материального ума, не путайте. Если вы хотите обрести милость Гуру Вайшнавов, вы должны пытаться совершать служение все время. Гуру Вайшнавы должны быть довольны вами через служение. Если вы совершаете служение Бхагавану под его руководством, то вы обретете милость. Вам не нужно просить эту милость, она сама придет к вам. И вот эта шлоку, надеюсь, вы поняли ее.
мы любим друг друга благодаря тому, что атма, душа в нашем сердце, иначе кто наш отец, мать, брат и все прочие родственники. Мы думаем, кто-то, например, вот Махараджа спросили, на ком жениться, на ком, точнее, на кого выйти замуж, а за кого не выходить, но я могу, вот Махарадж отвечает, я могу организовать вашу прекрасную свадьбу. Готовы ли вы? Если вы готовы, скажите, я могу женить вас на, точнее, выдать замуж за постоянного мужа, который не умрет, за Кришну. И Кришна, он бессмертен. И если кто-то, вот, чей-то муж умирает, то женщина, это жена вдовой становится. Но я могу помочь вам все организовать, и не беспокойтесь об этом. И вот пытайтесь понять это, что вначале всего, как мы можем избавиться от склонности к наслаждению. Только тогда, когда у нас будет возможность служить чистым Гуру Вайшнавам, это заключение всех шастр. Если есть возможность служить чистым Гуру Вайшнавам, то тогда и только тогда вы можете избавиться от склонности к наслаждению, иначе никогда какой-то сухой философии, читая книги, это не поможет нам. И вот в начале всего вы должны избавиться от склонности к наслаждению. И Шрила Прабхупада, он обычно говорил, он обычно разрушал ложное эго обусловленных душ. Это была его первая цель, Шрила Прабхупада. Все, кто приходили к нему, первая обязанность Шрилы Прабхупады была разбить их ложное эго, поскольку ложное эго, если оно оскверняло их сердце, то такие люди не могут видеть Гуру Вайшнава с помощью этих материальных глаз, материального ума. Они не могут чувствовать их сердце. В этом проблема. И вот материальные... материальный ум, он не может понять, кто такие Гуру и Вайшнавы. И вот если кто-то приходил к Шриле Прабхупаде, это была первая особая обязанность Шрилы Прабхупады в том, чтобы проверить таких людей. Шрила Прабхупад смотрел, есть ли что-то позитивное, есть ли какая-то вера была, есть ли какая-то вера у таких людей, хотя бы немножко, если нет у них веры и склонности к служению, а только всякие материальные представления, те, что, если они пришли просто проверить, измерить Гуру Вайшнавов, насколько образованные, насколько разумные, настолько там широкие длины. И вот какие-то материалисты хотели так измерить Гуру Вайшнавов, поэтому они приходят к Гуру Вайшнавам и обманываются автоматически. А Гуру Вайшнавы не хотят обманывать кого-то. Их ум очень мягок, очень прекрасен. Они хотят спасти весь мир, но не все настолько удачливы, что могут прийти в соприкосновение с Гуру Вайшнавами. В этом главная проблема. Я могу привести пример, через который вы поймете умонастроение Шрилы Прабхупады. Однажды один известный этот адвокат, он из Калькутты приехал, чтобы получить даршан, читание матха, поклониться там божествам и прочее. И вот, естественно, они знали уже о славе Шрилы Прабхупады, они знали, что он великий пандит, и хотели встретиться с ним. И вот они приехали в Майяпур, пришли в матх и хотели получить даршан Виграхи, Мандира и прочее, и после этого прасад принять, и хотели услышать что-то от Шрилы Прабхупады, но Шрила Прабхупад, он антарьями, он знает все. И вот Шрила Прабхупад смог осознать, что у них ложное эго очень сильное, и Шрила Прабхупад не хотел тратить свое время
Он сначала хотел нанести удар по их ложному эго, чтобы разбить его. Я говорил, что наше ложное эго, оно находится на четырех колоннах. И что же за колонны это? Это Джанма Ашварья Шрута Шри. И Кунти Деви говорит об этом, гордость своим происхождением. Кто-то очень гордится, что родился в какой-то прекрасной семье. Потом гордится своей Ашварьей, богатством, Шрута, своим образованием, своим знанием, какими-то материальными степенями. Шрута это к шастрам относится, не к материальному образованию, но все же гордятся этим. А Кунти Деви что хотела сказать? Я об этом сейчас говорю. И четвертое это красота. Кто-то очень гордится своей красотой, и в этом и это четыре колонны, на которых покоится комната ложного эго. И вот так и мы в образе этого ложного эго мы так покоимся в этой комнате. И Шрила Прабхупада, он хотел разрушить эти основания этого ложного эго. Как, например, если что-то стеклянное, можно разбить и закинуть какой-то камень в какое-то стеклянное стекло или предмет из стекла, это стекло разлетится на кусочки. И вот когда Шрила Прабхупада, когда они хотели услышать что-то от Шрилы Прабхупады, чтобы разрушить их ложное эго, он сказал, что вы хотите слушать Харикатху, тогда идите в сад, вот рядом с Говинда Мандиром. И там один брахмачари совершает служение. Вот Шрила Прабхупада, он сказал этим людям, чтобы они пошли в сад, там какой-то брахмачари занимается служением в саду. И вот чтобы от него слушали Харикатху. И вот они пришли, увидели, что какой-то брахмачари в гамче поливает растения и прочую такую простую деятельность совершает. И вот они пришли к Шри Прабхупаде и сказали, что саду нету, никого нету. И вот Шри Прабхупада сказал, что да, вот он самый, он великий пандит. Идите и к нему. И когда они пришли к тому брахмачари, они думали, что он обычный этот садовник. И сказали, что Шрила Прабхупада ответил, отправил вас к нам. И мы хотим слушать Харикатху от вас. И вот этот брахмачари в огороде, без обуви, в гамче начал говорить Харикатху. И после, слушая и вот они слушали Харикатху этого брахмачари, были восхищены, насколько он образован, хотя внешне выглядел как какой-то садовник. И вот эти люди, они хотели, они как-то снаружи посмотрели на Гаудия-матх, но не смогли понять, а только пообщавшись с этим брахмачари, они были восхищены глубиной его знания. И вот то служение, которое можно видеть в Гаудия-матхе, в Чайтанья-матхе, это служение, показанное Рупой Госвами-падом. Все, что есть в Гаудия-матхе, это для
Это все, что для служения Гуру Гуранге, Гантхавике, Гиридхаре, Шрила Прабхупад, он хотел. Он, Шрила Прабхупад, он, мы говорим от Рупану, говоря, это лучший из Рупануку, Шрила Бхактивинода Такури. Но мы можем также, поскольку мы следуем Шрила Бхактивинода Такуру, то мы тоже чувствуем, что Шрила Прабхупад, он тоже достоин такого титула. И если мы о себе говорим как о Рупанугах, то мы должны действовать соответствующе жизнь за жизнью. Если мы не получаем общение с чистым саду, то как понять, что он чистый саду? В этом наша проблема. И если мы в эту жизнь опустим, то что будет в следующей жизни, кто может сказать? И вот в этой вселенной мы одни. Мы должны сначала почувствовать свое одиночество, поскольку нет ничего вечного. Но когда мы это почувствуем, то тогда мы осознаем, что мы не одни, а Гуру Вайшнава и Бхагаван, они всегда с нами. Они дают нам свое общение. И с одной стороны, вы в одиночестве, если вы в материальном плане посмотрите, то увидите, что во время вашей смерти никто не поможет и никто не будет следовать вам. Вы, если умрете, то никто не отправится за вами. Вы как родились одни такие, умрете в одиночестве. И только Гуру Вайшнава и Бхагаван в форме Параматмы, он всегда с нами, поэтому мы никогда не находимся в одиночестве и в духовном плане. И в тот день, когда мы осознаем это, мы получим зеленый свет на нашем этом пути. И вот Шрила Прабхупад хотел разрушить ложное эго этих материальных людей. И после слушания Харикатхи они пришли к Шриле Прабхупаде, и Шрила Прабхупад понял, что их ложное эго ушло. И они когда, ну, они подумали, что мы аристократы, что мы можем услышать какого-то садовника, но когда они услышали, они были вдохновлены. И вот все участники Гауди Матха, они великие проповедники, их вайшнавский этикет, их поведение, их характер, их слова, их речь, их баджан, все оно открыто перед нами. Если мы не слепы, то мы сможем увидеть. И вот Нарахари Прабху, Нарахари Прабху никогда не ездил на проповедь вне Гауди Матха, но будьте уверены, что Нарахари Прабху, он великолепный проповедник, он мать Гауди Матха, его мягкое поведение, его любовь ко всем душам, вне зависимости от их происхождения и убеждений, его внимание к служению. И вот его внимание к служению. Так, 10 минут. И вот и вот это была техника Шрилы Прабхупады. В начале всего Шрила Прабхупад хотел разрушить ложное эго. Какой-то брахмачари пришел в Шри Чайтанья Матх. Он был очень красивый был этот брахмачари.
и Киртан Ананда Прабу и другие, они ходили, раздавали Гаудия Патрику. И вот они встретились с этими брахмачари из Гаудия Миссии, и когда они... Они прочли эту Гаудия Патрику, они были очень вдохновлены. И вот когда они прочли несколько строк, написанные Шрилой Прабхупадой, они подумали, что никакой человек не мог написать это. И вот этот, вот его звали Бутаврит Прабу. И вот Махарадж написал книгу, вот эту, Бимала Прасад для всех студентов, и вот о Бутаврите Прабу. Он был его дорогим спутником, он впоследствии стал Ашрам Махараджем. Он очень образован был, и вот Бутаврит Прабу, когда он первый раз прочел Гаудия Патрику, то он был удивлен, он подумал, что никакой материальный человек не мог написать настолько великолепно, что говорить. А если какие-то даже материальные люди пишут что-то, то это может затронуть только эмоции наши, но сердце это не может затронуть. И вот этот Бутаврит, он решил встретиться с Шрилой Прабхупадой прямо сегодня, не откладывая. И вот он поехал в Гаудия Миссию, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой, но Шрилы Прабхупады там не было, и потом он впоследствии встретился с Шрилой Прабхупадой, он предался его лотосным стопам и сказал, что я хочу отдать свою жизнь и все ради служения вам. Пожалуйста, дайте мне посвящение. И это зовется настоящее посвящение. Не так, что я могу куда-то пойти, а там кто-то будет там насильно давать харинаме дикшу. Это подобно проституции, а не дикше. Дикша — это другое. Дикша — вы должны изменить сердце от обусловленной души, чтобы он почувствовал вдохновение, посвятить вам всю свою жизнь и вдохновить. Так это не так просто. Вот слово «мотивация» можно в материальном этом словаре найти. Если вы занимаетесь коммерцией какой-то или изучаете экономику, там есть такое понятие, как мотивация, но это другое. Но здесь это слово в духовном отношении не совсем подходит. И вот люди, когда они соприкасаются с вайшнавами, слушают харикатху, как-то общаются, они чувствуют какое-то нечто необычное, и это зовет настоящая сатсанга. Это то, что меняет сердце. Сатсанга не значит, что вы слушаете как какую-то материальную философию, запоминаете, и все на этом. Нет. Это нужно также применять в своей собственной жизни. Если весь ачар, адаршу, и, то есть пример саду, вы не можете привнести в свою жизнь, то что толку? Если я, например, говорю о чем-то, то есть Махараджа принцип, если он никогда не говорит о том, о чем не следует, и не прочувствовал, не осознал. Еще пример я могу привести. Лет 80 назад, достаточно давно, точно не помню, но во время Шрилы Прабхупады еще Бимала Прасад Сарасвати, Шрила Прабхупад принял саньяс в 1918 году где-то там. И вот это давно было, 100 лет прошло. И вот в то время Калькутский
был этот Сунити Кумар Чаттерджи, он был главой лингвистического этого факультета в Калькутском университете. И однажды один пандит, он дал ему эту патрику, газету из Гаудия Миссии, Гаудия Патрику. А он подумал, что я с ним буду делать, но он сказал, прочтите для начала, и вы найдете там ответ всей вашей жизни. И вот, когда он прочел, он был очень вдохновлен и написал письмо Шри Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Такура, что так долго я думал о себе, что я лучше из... что я подобен вершине этого лингвистического факультета, но как только я прочел вашу патрику, я понял, что я никто, ничто. И вот когда я прочел вашу газету, я понял, что у меня ничего нет, у меня нет никакой собственности, и я прошу вас, могли бы вы еще прислать ваших Гаудия Патрик, поскольку я до этого думал о себе как о наивысшем, этом, лучшем, как о себе как о лучшем среди лингвистов. Но смотрите, это было 80 лет назад. В то время Калькутский университет, он был на уровне Оксфорда, никак не меньше. Очень важный был, много ученых, пандитов и прочих аристократий там было. И вот Сунити Кумара Чаттерджи, он написал такое письмо Шри Прабхупаде, что если вы можете отправить мне Гаудия Патрик и вот этот и Гаудия Вайшнава Бидан, словарь Гауди, поскольку вот у меня сотни словарей есть, но те слова, где высокие слова, которые вы используете, они, их нет в моем словаре. Я чувствую, что это слово, оно влияет на мое сердце, на глубины значения. Я чувствую, но чтобы его понять лучше, я прошу вас прислать словарь Гаудия Авидан, чтобы я понял более глубокое значение этих слов. Смотрите, насколько великолепно писал Шрила Прабхупада. И таким образом, это была сила Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада был настолько могущественным, что даже если вы не встретите физически Шрилу Прабхупаду, то его, то, что он написал, его статьи, его книги, они не отличны от Шрилы Прабхупады. У меня вот есть письмо, лично написанное Шрилой Прабхупадой, я сохранил это в моем сердце, это в моем дневнике, это подобно Шри Прабхупаде в моем сердце. Там на письме есть его подпись Сиддханта Сарасвати. И вот я поклоняюсь этому как самому Шри Прабхупаде, поскольку Апракрита Махаджан, те, кто Гуру Вайшнавы, они тоже их слова, их учение и их этот образ, они не отличны друг от друга, их наставления, они не отличны от их самих. И это... И вот в этом мистерии Шрила Прабхупада он писал так, что он мог изменить сердце всех и каждого. Даже сейчас, и что я хотел сказать, что Ашрам Махарадж, будто врит Прабху, когда он пришел к Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупад посмотрел на него и сказал, что этот человек прекрасен, я хочу проверить, есть ли у него ложное эго или нет. Вот он учился в этом Калькутском университете, и вот он отправил его в Чайтанья Матху, в Майпур, с заданием, чтобы он выращивал овощи там. И Ашрам Махарадж сказал Шрила Прабхупаде, для того, чтобы проверить меня, отправил заниматься служением в огороде. Я никогда этим не занимался, я из города происходил. Но что делать? Я занимался этим служением. И вот Ашрам Махарадж, он носил там мешки с этим, с зерном, травой, ну и прочими этими огородными делами. И вот он так без... как
без какого-либо сомнения он начал совершать это служение, не думал, что для инвалидов это только в огороде работа. И однажды какая-то аристократическая семья, очень образованная, они приехали в Майпур, чтобы получить даршан. Они слушали. И вот они услышали однажды, что один брахмачари какое-то служение там совершает. И вот они спросили у Бутаврита, Бутаврит Прабху в таком состоянии, ну, имеется в виду, в огороде работал, в пыли весь, в земле, и начал говорить им Харикатху на английском, причем таким образом, что эта Харикатха, она задела их сердце, и их ум практически изменился. И вот один брахмачари сказал Шриле Прабхупаде: «О, Прабхупад, Бутаврит брахмачари такую прекрасную харикатху говорит, вот каким-то образованным людям, они приехали с Калькутты на таком прекрасном английском, и эти люди очень были вдохновлены». Шриле Прабхупад, он знал все, и после этого Шрила Прабхупад решил отправить его в Калькутту сначала, в Гаудимиссию в Калькутте для какого-то служения. И оттуда Шрила Прабхупад, он хотел отправить его для того, чтобы он основал Гаудимат в Мадрасе. Перед тем, как основать Гаудимат в Мадрасе, там не только он был, Хайгрив Брамачари был, потом Рамананда Прабху, это Сиддхартха Госвами Махарадж, потом Госвами Махарадж, все пытались что-то сделать, чтобы открыть Мадх в Мадрасе. Это было невозможно практически, поскольку Южная Индия была, она полна Майявады, кто-то Рамануджачари следовал там, кто-то еще кому-то, но большинство подавляющее было майявади. И вот, чтобы там утвердить культ бхакти, это было очень тяжело. Но Бутаврит, брахмачари и все остальные, они начали проповедовать сообща. И таким образом, это настроение Шрилы Прабхупады было в том, чтобы разбить ложное эго всех. Иначе как Шрила Прабхупад мог основать Гаудия Матх внутри нашего сердца? И каково же наивысший сиддханта Шрилы Прабхупады? Это в том, чтобы утвердить Гаудия Матх в сердце каждого. И вот в тот день я говорил, что это не обязанность чистого гуру Вайшнава. Это они не оставляют предыдущие анархии, эти и вот гуру Вайшнавы, они не оставляют своих последователей, то есть имеется в виду, когда они дают посвящение кому-то, они не оставляют всех этих негативных последствий вашей деятельности. Смотрите, если вы по-настоящему преданы, и если вы ваше шаранагати, оно 100%, то тогда вы почувствуете нечто необычное, некую реакцию в вашем сердце, а Пракрита Бхава может явиться в вашем сердце. И вот смотрите, таким образом гуру Вайшнавы могут изменить сердца обусловленных душ, если у них нет склонности к обману. Иногда кто-то очень хитер, как вороны. И вот это обязанность гуру Вайшнавов изменить сердца обусловленных душ. И Шрила Прабхупад всегда пытался сделать это. И вот четыре этих недостатка, которые есть у обусловленных душ, вот эти четыре. Сейчас я говорю вот этой випралипсе. Випралипса значит... But if you search my dirty heart, you
Это склонность к обману себя и других, и, по-моему, вот это вот. И вот из таком скверном состоянии, находясь, невозможно говорить харикатху, если такой оскверненный человек говорит то харикатху, то это харикатхана оскверненная получается, и она уже не может принести вам высшее благо, будьте осторожны. Поэтому много раз я говорил уже. Вот об этой шлоке, в которой говорится, что молоко – это идеальная пища, но если какая-то змея прикоснулась, выпила этого молока, и потом, если вы из той же емкости, из которой пила змея, выпьете это молоко, то вы умрете. Молоко тут ни при чем, но ядовитая змея неосознанно... Так, не зная этого, вы выпили и умерли в итоге. И также, если вы слушаете Шрилу Харикатху от Шрилы Прабхупады или Бхактивинода Тхакура, или вот таких великих личностей, которые находятся в полном соответствии с учением Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, то вы должны буквально схватить этот совершенный источник. А если вы не будете следовать совершенному источнику, то вы можете пасть и не сможете совершать Харибаджан. Может быть, слушайте харикатху, но харибаджан совершать не так просто. И поэтому это обязанность гуру вайшнавов организовать апакрита харикатху и харикиртана. И поэтому Шрила Прабхупад, он говорит, еще Прабхупад в этой поэме Вайшнаваке он говорит. Шрила Прабхупад всегда помогает нам все время, но мы не готовы следовать Шриле Прабхупаде всем сердцем. Вот эти вот четыре этих дефекта, недостатка, которые обычно имеют обусловленные души. И вот поэтому вот они не могут понять харикатху правильно, следовать гуру вайшнавам правильным образом и начать харибаджан по-настоящему. А чтобы его начать, нужно для начала избавиться от анартх. Я уже говорил, что Шрила Прабхупад, он подобен бесконечному океану милости. И вот согласно наставлению Шрилы Бхактивинода Тхакура, он был вынужден организовать, он организовал дампарикраму, чтобы тысячи, а после этой дампарикрамы многие люди уезжали по домам, и они приходили, чтобы спросить разрешения у Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада, слыша об этом, плакал только и плакал. Шрила Прабхупад, он плакал и не мог ничего ответить. И таким образом можно понять сердце Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупад думал, сейчас эти люди, они в течение недели были в Майпуре, слушали харикатху, принимали махапрасад, совершали дампарикраму. Сейчас они опять возвращаются к своей материальной жизни. И как же я могу спасти их? И таким образом Шрила Прабхупад, он переживал за них. И сейчас я расскажу о технике, как гуру вайшнавы, они занимают нас в харисеве, харибаджане, и в то же самое время они хотят... И сами при этом занимаются харибаджанами и не отвлекаются. И в жизни, и учени. Шримана Махапрабху можно найти в
все эти три. Сабаджан, еще какой-то баджан и праюджан. Вот не расслышал. И вот свабаджан — это его личный баджан. Сокровенный баджан. Вибаджа, значит, вишеш баджан. То, что он показывает людям, как совершать баджана. Праюджан, значит, наивысшая цель. Какова наивысшая цель? В своей жизни Шрила Прабхупад хотел показать жизнь и все учение, весь характер Шрилы Прабхупады. Он пример для нас, как Шрила Прабхупад хотел показать все это. И, а прайоджана, наша наивысшая цель какова, что мы обретем, если мы не поймем, что мы обретем, то тогда мы не сможем вдохновиться. Нам нужна какая-то буквально приманка, пример вдохновения. Для обусловленных душ нужен какой-то такой сияющий пример, чтобы мы чувствовали вдохновение следовать гуру, вайшнавам и Бхагавану. Не так, что мы услышали какую-то философию и сразу начнем совершать баджан. Нет, мы практически должны осознать умонастроение гуру, вайшнавов. Я приведу примеры и вернусь к жизни Шрилы Прабхупады. И вот пример с Кришна Лилы Радхарани, она лучшая из ачарей. Я приведу пример из Лилы Радхарани, как она занимается Кришна Севой и в то время обманывает обманщиков. И вот она обманывает обманщиков. А как это происходит, я сейчас приведу пример. И те, кто совершает такой сокровенный баджан, они поймут это. И вот на основе этой сокровенной формулы они всегда совершают свои баджаны. Какова же это сокровенная формула? Внешне они заняты в каком-то служении, они показывают, что нам нужно делать, а внутри они заняты своим внутренним служением. И вот можно вспомнить, когда Рагунатх Дас Госвами хотел получить наставление от Махапрабху. Махапрабху сказал, что Сваруп Госвами, он ваш гуру, можете у него спросить. И вот он сказал, что я тоже, а я не знаю столько, сколько Сваруп Госвами знает о Садхья Татве. Я уже показал, что Сваруп Госвами, он ваш гуру, вы у него можете узнать все. Но если вы хотите что-то от меня узнать, то я могу вам рассказать. Никогда не стремитесь к каким-то изыскам в еде и в одежде. Ну, конечно, вы должны понять, в один из дней я объясню Упадишамриту и Шикшамриту. И тогда вы осознаете, что я хочу сказать в двух словах. Это сложно сказать, но попытаюсь. И вот если какой-то саньяси или брамачари, он ожидает какого-то богатого человека какой-то изысканный просад, то, ну, если они пришли в гости и ожидают какого-то слишком изысканного просада, то это вот относится к этим удару по астровегам. То есть побуждение чувств мы должны контролировать, поскольку эти чувства очень сильны и в любой момент могут скинуть нас в океан майя. И вот как в этой шлоке говорится. И вот эти органы чувств, они, как Прахлад Махарадж говорит, что они тянут каждый в свою сторону. Бхава
«О Господь!» И вот он говорит: «О Господь, мой язык всегда стремится вот в какую-то одну сторону». Глаза, они стремятся туда, уши в другую сторону, гениталии еще в другую сторону. И таким образом я чувствую беспокойство и не знаю, куда идти и что делать. О, Прабху, куда же идти? Я пример привожу, как этот повязка, это не повязка, это упряжка лошадиная. И вот если с лошади они, четыре лошади привязаны к этой упряжке. И смотрите, если привязать две лошади с одной стороны, две с другой, одинаково могущественных, то если они будут эту повозку тянуть в различные стороны, то что можно ожидать? А если в четыре стороны, то что ожидать? Если, например, четыре лошади или восемь лошадей, и каждая... И вот, в общем, если эту количество, каждая лошадь будет тянуть в своем направлении, то... В итоге такая колесница, она развалится просто. И Прохлад Махарадж, он говорит, что если человек женится, например, на нескольких женах, то каждая жена пытается как-то командовать ими и тянуть в свою сторону. И вот такого же состояния наших органов чувств. И вот все гуру Вайшнавы, они следуют этой тактике, как занять себя служением. И вот гуру Вайшнавы, они показывают своим примером, как нужно совершать служение, но внутри своего сердца Но также они заняты своим служением. Это техника Рупануга Гурварги, техника Харибаджана. И вот вайшнавы, они всегда заняты своим служением, но... А вот те, кто не совершают служение, они обманываются автоматически, я уже говорил. И вот кто-то хочет служить гуру Вайшнавам, но также хочет пратишту, почет, уважение из-за этого служения. Если гуру Вайшнава не ругает нас, говорят, что нужно делать, а что нет, то это очень... Прекрасный симптом, это значит, они не обманывают вас, они спасут вас. И Радхарани, она всегда занята в Харисеве все время. Но те демонические люди, Джатила, Кутила и прочие шпионы, и вот они всегда заняты нахождением недостатков в Радхарани. И Радхарани думала, как же Кришна Севу совершать. Но она не позволяет совершать. Кришна Сева, и что же делать? И вот Радхарани посмотрела, что у них есть великое влечение к материальному положению.
они стремятся к лапхе, пуджи и пратиште, и ко всем материальным почестям и этим уважениям. Радхарани, она смотрит, что они заинтересованы только в положении, в получении лапхи, пуджи и пратиште, и Радхарани, соответственно, такой трюк сделала. И вот Радхарани, она... когда у нее спросили, куда она идет, она сказала, что собирается Сурья-пуджи проводить, поклоняться Богу Солнца, и вот нужно эти цветы. И вот она очень набрала и пошла в Кусум, к Кусум Саровару, чтобы служить Кришне непрерывные 24 часа в сутки. И вот она пошла, все сделала под видом поклонения этому Сурье. А почему Джатила и Кутила не позволяли Радхарани готовить вот в их доме? А поскольку ей за эту готовку еще и... А еще и давали какие-то украшения, поэтому эти родственники Радхарани, они рады были, что она там что-то приносит домой, какие-то украшения. И вот после этого они начали собираться на Сурьяку для поклонения Сурья-деву. Джатила Кутила, они знали, что если ихняя Радха будет поклоняться Сурья-деву, то они обретут какое-то богатство, увеличат количество коров, это го-дан называется, и больше собственности будет у них по милости Сурья-дева. Но это, смотрите, это не Сурья-дев, это Сурья-нараян, сам Кришна. В этом прекрасная лила заключена. И вот перед этим Сурья-нараяном они думали, что это какой-то материальный Сурья. И вот они позволили Радхарани идти, но периодически наблюдали. Иногда эти родственники слали шпионов, и их сами ходили на Сурья-кунду смотреть, что там Радхарани делает. И Кришна туда также приходил, но Кришна в форме пуджари был. И вот он пришел в форме пуджари и поклонился этому Сурья-деву. И Джатила, она слышала, что этот пуджари, он брахмачари с рождения, и ну и в общем, это, они этого пуджари хотели занять в какое-то поклонение. И потом они узнали также, что этот пуджари, ну, имеется в виду Кришна в образе пуджари, он великий астролог. И они попросили его посмотреть на Радхарани, что там в ее судьбе. Он сказал, что он брахмачари, не будет прикасаться к женским рукам никаким. Но потом его уговорили как-то, и вот... А, и так... Радхарани always going to serve Krishna this way. All the time, 24 hours,
Ну и так, в общем, получилось, что Радхарани, она этим служила Кришне, что обманула своих этих родственников. И такова техника, которую следовал Шрила Прабхупад. И Радхарани, она занимала себя в Кришна-севе. И обманывала родственников своих, ну, когда необходимость в этом была. И она, Радхарани, она занимала себя в служении постоянно, в служении Кришне. И И вот когда Радхарани плакала от звука флейты Кришны, то родственники спрашивали, что она там плачет на кухне. А она отвечала, что из-за дыма она плачет, а не то, что они подумали. И однажды Махарадж говорил, что Шрила Прабхупад сказал, если я выражаю почтение кому-то, и если это почтение, оно даст мне какие-то особые возможности в Кришна-бхаджане, то что плохого в этом? И Шрила Прабхупад также говорил. И вот сочетание Пракрити и Пуруша можно видеть, как они творят этот бесчисленный мир. И это покажет нам какой-то... И вот мы чувствуем влечение или отвращение к чему-то, а Шрила Прабхупад сказал, что если мы выражаем почтение кому-то, если это почтение, которое мы выражаем кому-то, если он поможет нам в нашей гора-севе, то что плохого в этом? И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что я могу снизойти на любой уровень ради настоящей проповеди. Шри Чайтанья Махапрабху, обычные люди не могут понять это, даже те, кто пришли к Шриле Прабхупаде. Знаменитые ученики Шрилы Прабхупады, они тоже оставили Шрилу Прабхупаду и ушли. Они не смогли осознать настроение Шрилы Прабхупады, очень такое сокровенное настроение. И поэтому в Гауди Миссии, в Гауди Матхе, это обычная практика, что Гауди Матха организует различные праздники, Харикатху и прочие собрания. И вот под руководством Шрилы Прабхупады приглашали каких-то важных людей из этого общества. Они приходили на эти собрания Гауди Матха. Иногда даже выделяли таким людям это председательское кресло. И вот так Шрила Прабхупада так выражал почтение, именно это была уникальная техника. Также Шрила Прабхупад говорил, мы приглашаем важных людей из этого общества, они приходят сюда, на наше собрание. И это не наша цель, чтобы выразить почтение им. Наша цель в том, чтобы найти какие-то особые возможности для Кришна-бхаджана и проповеди Гауравани. Мы следуем этой технике, поскольку важные люди с этого общества, они могут прийти, и мы выразим почтение им, и они будут как-то участвовать в нашем собрании, даже просто принимая почтенные отношения от нас, они могут... И, скорее всего, скажут что-то хорошее о Гауди Матхе, и другие люди, видя пример таких знаменитых людей, они тоже придут к Гауди Матхе. Шрила Прабхупад, он проповедовал таким образом, он хотел организовать особые какие-то эти условия. Как, например, в Аллахабаде очень тяжело было основать Гауди Матхе. Ну, в каких-то местах очень сложно было организовать Гауди Матх в том же Бомбее, Мадрасе,
практически невозможно, но для Шрилы Прабхупады это было возможным. Техника Шрилы Прабхупады была в том, чтобы приглашать каких-то знаменитых, известных людей, кормить их просадом и выражать почтение им. Но скрыто Шрила Прабхупада сказал нам всем, люди, о брахмачари саньяси, будьте осторожны. Мы, выражая почтение им, это пойдет, но это не значит, что мы примем от них какой-то характер, какое-то поведение. Нет, мы зовем их сюда, мы выражаем им почтение только благодаря Гуравани Прачару, а от них мы ничего не примем. Смотрите, мы не должны ничего, никаких этих привычек, характера и идеализма этих материальных людей не должны принимать его в своей жизни, а только давать наш идеализм им. И Шрила Прабхупада иногда ездил на слоне, иногда на какой-то машине, которая вот в Индии только появилась. Это было очень, так сказать, необычно. Но это иногда на конях Шрила Прабхупада ездил, но это не значит, что Шрила Прабхупада стремился к Братишке. И вот в Ассамском Гаудимадхе, когда Шрила Прабхупада доехал до Сарбога, то все преданные Хаягри Брамачари, Рамананда Прабху, Шидада Гусай Махарадж, они все организовали процессию и посадили Шрилу Прабхупаду на слона. И постепенно так этот слон шел, и Санкиртана за ним. И это была такова техника Шрилы Прабхупады, занять их всех в Харибаджане. И в то же самое время это была техника Шрилы Прабхупады самому заниматься своим внутренним баджаном. Никто не мог понять, в чем настроение Шрилы Прабхупады. Однажды, когда Рабиндранат Тагор только приехал с Англии, и после обретения какого-то титула, ну, Нобелевской премии, какую-то премию он тоже получил, но отказался от нее, но Нобелевскую принял. И вот старший брат Рабиндранат Тагор, он был другом Бхактивинода Такура. И Бхактивинода Такур, он иногда в гости к ним приходил. Все время. И вот однажды Прабхупад спросил Рабиндранатха Тагора: вы вернулись с Запада, и я спрашиваю вас, что, каков будет результат, если мы пошлем какого-то посланника из Гаудимиссии, какого-то проповедника на Запад, что вы думаете, что получится? И Рабиндранатха Тагор сказал, что без толку, не тратьте времени и денег на это, слушать они вас не будут, что правда, ну да, не будут. И он сказал, что эти люди очень такие вялые, не заинтересованы слушать об этой высокой сокровенной философии. И тогда Шрила Прабхупад начал говорить харикатху Рабиндранатха Тагору чуть больше часа. И услышав эту харикатху, когда Шрила Прабхупад закончил, он сказал, простите меня, любое время, любой год, любой кто из вашей миссии, если он достаточно могуществен, как вы, или если вы поедете на Запад, или обретете какого-то ученика, который подобен вам, в любое время, если вы поедете на Запад, вы будете успешны там. И вот Рабиндранатха Тагор, он изменил
свое мнение. Он сказал, что если такая великая духовная личность, как вы, или кто-то подобный вам, по вашей милости, отправится на Запад, то они достигнут успеха. И таким образом Шрила Прабхупад, он хотел отправить преданных проповедовать на Запад. Это его было такого, это проповедническая система. И вот Шрила Госвами Махараджа, Бхакти Прадип Тирх Махараджа, Ван Махараджа, Шрила Прабхупад хотел послать их, но перед тем, как отправить, Шрила Прабхупад дал им урок Юкта-Вараги, как эту теорию можно на практике использовать. На Западе вам не нужно показывать такую голую вайрагию. Вайрагия – отреченность – это естественная функция вашей души. Когда вы любите Кришну, то это автоматически. Вам не нужно открывать какое-то... не нужно заявлять обществу об этом. Если вайрагия не поможет нам в нашем харибаджане, то что толку? Мы хотим севу. И это была формула севы. Шрила Прабхупад всегда... Он использовал эту юкта-вайрагию. Пример данный Шрилы Рупа Госвами Пада. И вот Шрила Прабхупад говорил, что езжайте, если понадобится, вы оденьте пиджак, галстук, ботинки и что еще там, ну, хоть весь английский костюм. И думайте о славе Рупы и Санатаны, Джив Госвами, Бхактина Такура. И таким образом ваша и тогда ваше изменение одежды, оно не осквернит ваше сердце, поскольку внутри сердца вы будете чувствовать юкта-вайрагью, как Радхарани Гопи. Они все соблюдают юкта-вайрагью. Они одевают прекрасную одежду, прекрасные украшения, украшают себя как-то. А почему? Чтобы Кришна был доволен ими. Будьте осторожны. Последний день я говорил, что Пативрата Рамани, она всегда была занята служением своему мужу. И смотрите, ради мужа, чтобы муж был доволен, она была готова служить даже проститутке. И это наша сокровенная формула. Это наша скрытая формула Гуди Баджана. Это сокровенная формула Рупануга Баджана. Будьте осторожны. И вот Шрила Прабхупад хотел сказать так, что я смогу снизойти на любой уровень ради настоящей проповеди Гауравани. Вы не можете понять настроение Шрила Прабхупады, вы можете неправильно понять его. Любое время, если что-то кто-то говорил, даже Гурудев его Горки Шрудас Бауджа Махарадж, Шрила Прабхупад понимал значение. Обычные люди нет, поскольку Шрила Прабхупад, он настоящий Рупануга, он лучший из Рупануг, как и Бхактину Такура. Шрила Прабхупад, он полностью следует Рупе Госвами Паду полностью, без остатка. Даже часть секунды нельзя найти, чтобы Шрила Прабхупад потерял свой шаранагати Рупе Госвами. И поэтому Шрила Прабхупад может понять всю суть. Когда Гурудев Шрудас Бауджи Махарадж сказал, что после моей смерти вы можете привязать мою ногу к какой-то лошади, так протащить меня по всей Навадвипе, как дохлую собаку таскают по всей этой Навадвипе.
Таким образом, Гопакишварадас Бабаджи Махарадж дал такое указание, что после моей смерти привяжите меня веревкой за ногу и протащите через всю эту Гангу, и как собаку киньте меня в Гангу. Но Шрила Прабхупада понял настоящее значение его слов, а глупцы не поняли, поскольку Шрила Прабхупада, он был настоящим рупанугой. Шрила Прабхупада, он на Янамони Манджаре, он понял умонастроение Гуны Манджаре. Это, смотрите, в этом и секрет баджана. Чем больше вы возвышаетесь, тем больше вы почувствуете, что вы падшая душа, что у вас ничего нет, что вы бесполезны. И это настроение, оно заденет ваше сердце. И тогда вы можете стать Рагануга, Рупануга Бхакта. Рупануга Бхакта – это не шутки. Чем больше вы возвыситесь выше и выше, тем больше вы почувствуете, что вы падшая душа. И что вы можете сделать, поскольку ничего не сделали в своей жизни. И это чувство, когда явится в нашем сердце, оно создаст вайрагью, отречение, дунью, смирение. Так любые лекции, их недостаточно, чтобы сделать вас смиренным. Если вы слушаете настоящую харикатху и готовы следовать этому гуру вайшнаву со смирением, то это смирение автоматически явится в вас. И когда вы увидите красоту лотосных стоп Рупы Госвами, то в тот день, когда вы увидите великолепную славу Рупы Госвамипада, и в тот день И в тот день, когда вы сможете увидеть красоту лотосных стоп Рупы Манджари, то этот и будет самый великолепный день, когда вы сможете начать Рагануга или Рупануга Баджан. Это естественно. Рупануга Баджан, он естественен для Гауди, которые пытаются понять Шрилу Бхактивинода Тхакура, и те, кто понимают Бхактивинода Тхакура полностью, то, несомненно, они могут следовать Рупе Госвамипаду. Нет никаких сомнений. И вот Гуна Манджари, до тех пор, пока мы не увидим славу и красоту Рупе Госвамипада, то мы не сможем почувствовать смирение Тринадапи. Это невозможно. И в Гите я также говорил такие слова. В тот день, когда вы увидите некое великолепие, по сравнению с которым вы почувствуете себя очень незначительным, то тогда вы измените ваше сердце. Вы должны увидеть нечто великое, и тогда вы почувствуете вместе, в сравнении с этим, свою незначительность. Шрила Прабхупада говорил, в тот день, когда вы поймете славу Шрилы Бхактивинода Тхакура, в тот день, когда вы поймете славу Бхактивинода Дары, то тогда вы не будете обмануты этими обманщиками, и тогда и тогда вам не нужно будет идти каким-то обманщиком, чтобы под именем чистой преданности быть обманутым. Если вы поймете умонастроение Бхактивинода Тхакура и будете следовать ему полностью, то тогда никто не сможет обмануть вас, и вам не нужно бегать здесь и там и присоединяться к каким-то обманщикам, чтобы быть обманутыми ими, поскольку если вы поймете значение Бхактивинода Дары, то тогда автоматически вы получите полную защиту. Это зовется Рупануга Дара. И вот смотрите, Шрила Прабхупада всегда говорил,
что мы должны следовать Рупи Госвамипаду. Но как мы можем следовать? Мы должны следовать Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуру таким образом день за днем. Если мы будем следовать им, слушать Харикатху, то в один из дней мы поймем, каково умонастроение Шриле Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, каково настроение Рупа Госвами и Санатана Госвамипада, и что такое Юкта Вараги. С помощью этой Юкта Вараги Шрила и вот он и поддерживали свои. И вот эти, с помощью этой Юкта Вараги проповедники не поддерживали свой такой дух, но некоторые из них неправильно поняли Шрилу Прабхупаду. Кто-то какой-то организовал это сообщество против Шрилы Прабхупады, они попали, и поэтому Шрила Прабхупад хотел сказать, и вот он сказал: «Я хочу вам дать нечто великолепное, нечто великолепнейшее, но я не смог получить надежды раздать это сокровище. Всю жизнь я здесь и там путешествую с моря до Гималаев, и я и Шрила Прабхупад много говорил о Рагануга Бхаджане, как в последний раз, когда Шрила Прабхупад отправился во Вриндаван. Там Шрила Прабхупад, он всегда во Вриндаване. И внешне Шрила Прабхупад, он на картик, он ездил в Вриндаван иногда, и вот там он объяснял Упадишамриту. И те сахаджи, они начали думать, что это Вриндаван, это Радакунда, что он о Расататве не говорит, а о каком-то алфавите, о Упадишамрите говорит. Но они не понимали. Они были сахаджиями. Эти сахаджи, они думали, что на Радакунде нужно говорить о Расататве всем недостойным людям. И вот они так говорили о ложной расататве, а как почувствовать настоящую расататву? Эта раса, она нематериальная. Я уже говорил, когда вы поймете эту апракрита расу, то тогда вы никогда не получите пракрита расу. Эти пчелы, они никогда не садятся на испражнение, в то время как обычные мухи, они только и садятся на испражнения, а на цветы не садятся, чтобы обрести нектар. И поэтому Шрила Прабхупад начал объяснять умонастроение Бхагавана Шри Кришна, Шри Кришны в Шикшаштаке, это Баджан Татва, однажды по милости Гуру Вайшнавов, и по вашей милости я тоже начну объяснять Шикшаштаку. Шикшаштак объясняет процедуру Баджана. И все сокровенная суть Баджана внутри этой Шикшаштаки, а в Упадишамрите описываются секреты того, как войти на путь чистой преданности. И когда вы поймете все сокровенные вещи, которые описываются в Упадишамрите, то не все могут это понять сразу. Рупа Госвамипад хотел спасти нас. Рупа Госвамипад, он хотел сказать нам, как войти на путь Харибаджана. Если вы не следуете этому Упадишамрите, то вы никогда не сможете совершать Харибаджан. Никогда за все бесчисленные количества жизни. И так Шрила Прабхупад начал объяснять
Падишамриту прекрасным образом и во время объяснения Рупануга Баджана Упадишамриты Шрила Прабхупада говорил о настроении Радхарани и о настроении Рупы Госвамипады и плакал в это время. Аштасатвек Викара являлся на его теле. И с этой Упадишамриты вы можете узнать все секреты Баджана. И таким образом, если мы не... Если кто-то не понимает значение Упадишамриты, то он никогда не сможет начать Гауди Баджан. Он будет невозможен для такого человека. И каково же настроение Шрилы Прабхупады, как Шрила Прабхупад хотел вести нас через Упадишамриту, через Сикшамриту. Шрила Прабхупад, он говорил о себе как о Рупануге, то есть он следовал во всем Рупе Госвами. И следовал лучшим из Рупануг Шри Бхактивинода Тхакура. И вот если мы поймем величие Шрилы Прабхупады, то тогда мы сможем плавно так и без всяких проблем начать Гауди Баджан. Шрила Прабхупад перед тем, как начать говорить об Упадишамрите, вот Махарадж будет говорить об этих наставлениях. Перед тем, как говорить об Упадишамрите, времени мало, и также есть обширная тема. Какие-то преданные спросили о трансцендентных качествах Шри Чайтаньи Махапрабху и его спутниках. Как это возможно, что они трансцендентные? Вот Махарадж впоследствии будет говорить об этом. Вот 6 Нарисимха Чатурдаши будет. И посмотрим, когда получится об этом говорить. И так или иначе мы попытаемся понять настроение Шрилы Прабхупады, иначе мы не сможем находиться в Гауди Матхе, в Гауди Миссии, если пока... Если мы не сможем находиться в Гауди Матхе, в Гауди Миссии, то мы потеряемся. И вот на сегодня конец, если какие-то вопросы спрашиваете. Суджанар Бударадито Падо Джугам Джугодхарма Дурандаро Патробарам Бородавайодайоко Пуйападам Панамами Садапабхупадопадам Панамами Садапабхупадопадам Панамами Садапабхупадопадам Манчакалпа Дурвасики Басиндабхавича Патитанам Павана Бхавишна Бьо Намо Намо.